Во время своей смены, которая выпала на праздничные дни, сотрудник аэропорта Джамал Аллен кое-что заметил. Перед отправкой самолета я заметил маленького ребенка в иллюминаторе. Она была расстроена и плакала. И тогда Аллен решил действовать. Пассажиры начали смеяться. И записывать происходящее на телефон. Мне хотелось как-то поднять ей настроение, чтобы она улыбнулась, а ее мама мне аплодировала и знаками просила продолжать танцевать, и я продолжил. И он танцевал дальше, вдоль взлетной полосы, до самого взлета. Обычно я танцую и кручусь на месте, чтобы согреться, но причина, почему я хотел сам себя переплюнуть, была в том, чтобы сделать счастливее нашего пассажира. Аллен хочет стать пилотом, но пока он еще не обрел крылья, он демонстрирует свои танцевальные па и поднимает людям настроение. Это действительно важно, и это был отличный способ проводить 2018 год.